Журналисты, эксперты и блогеры из разных регионов России четвертый день подряд путешествуют по Беларуси. В рамках масштабного пресс-тура гости посетили Витебскую и Минскую области и столицу, ознакомились с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социокультурных и спортивных объектов. А уже сегодня состоится главное событие пресс-тура. С представителями российского медиасообщества встретится президент Александр Лукашенко. Глава белорусского государства в открытом диалоге пообщается с журналистами, ответит на их вопросы. Главная цель таких встреч – сближение наших народов, возможность донести объективную информацию о Беларуси. Развитие торгово-экономических отношений и наращивание товарооборота – среди основных задач в двусторонних отношениях Беларуси и Сербии. Сотрудничество в этой сфере будет обсуждаться в Минске в январе на заседании межправительственных комиссий двух стран. Взаимный товарооборот пока составляет 150-200 миллионов долларов. Стороны уверены, есть все возможности для увеличения объема торговли до 300 миллионов долларов. Также важной сферой для интенсивного развития является туризм. Свой потенциал в этом направлении накануне презентовали в посольстве Сербии в Минске. В последние годы наблюдается позитивная динамика увеличения взаимного потока туристов. В Большом театре открылась 9-я Минская международная рождественская неделя. Фестиваль стартовал с премьеры оперы «Буффа» «Дон Паскуале» итальянского композитора Гаэтана Деницетти. На подмостках театра до 21 декабря самые свежие аншлаговые спектакли последних сезонов «Тоска», «Богема», «Соломея». Завершится форум большим гала-шоу звезд мирового академического вокала. Кроме того, пройдет 5-й Минский международный рождественский конкурс вокалистов. Его победители назовут 19 декабря.